Когда были выборы в России, я смотрела карту Путина, и второй кандидат, вот не помню фамилию, бизнесмен был. Не Навальный, но перед тем... Прохоров, да. Да, Прохоров, да-да-да. Ну вот, значит, и мне прямо сказали, чтобы я подготовила вопрос про российские выборы, как там выглядит все. Ну вот, так, у Прохорова была карта хорошая, у Путина не очень, там были какие-то личные проблемы, тогда, наверное, у него там начались. А выиграл все-таки Владимир Владимирович, потому что у него команда другая, да, которая поддерживает. И, так что политическая и эта глобальная астрология, они сложные. Но какие-то тенденции, конечно, можно наблюдать, предусмотреть, да, но такой подвод.